Итак, бодро начинается утро. Наша съемочная группа поехала снимать открытку рекламную, где меня будут подвешивать вниз головой. Обычная история в нашей жизни. Ничего интересного. Членов команды, фотографа, который сегодня с нами будет работать. Антон Вильянинов. Сейчас вот он идет оттуда. Вот он идет нам наконец. Мы едем на заброшенную, не знаю, говорят, что военную базу. Там точно есть автомобильные ангары. Это как раз то место, которое нам сегодня вполне подойдет для того, что мы хотим делать. Сейчас мы то хотя завезем в лес и здесь оставим. Не, давай не сегодня, давай завтра. Ты уже не помнишь, как мы приезжали? Пачки. Последняя защита отлетит. Последний болт на защите. О, тут вообще такие руины, ты посмотри. Больше похоже на помойку. Здесь, да? Да. По опыту я знаю, что висеть на одной ноге это очень больно и неприятно. Поэтому я в качестве эксперимента решил засунуть в ботинок толстую резиновую прокладку, чтобы веревка не давила мне на ногу. Ни хрена не завязывается с этой штукой. Вот. Вообще это жутко неудобно и тяжело. Любые капризы за ваши деньги. Ой, господи, дайте руку инвалиду.
Она заела веревку. Это грозит тем, что я там повисну и обратно спуститься у меня будет невозможно. Потому что она меня совершенно удерживает, мой вес. Что с этим делать, совершенно я не знаю. Судя по всему, придется лезть обратно. Наверх. Совершенно отвратительное мероприятие. Уже в 110-й раз лезу через эти кусты, которые совершенно меня не держат, постоянно ломаются. Поднявшись наверх и посмотрев на веревку, я убедился в том, что просто-напросто она трется о край сваи. И для того, чтобы это не происходило, я решил перевернуть карабин кверх ногами. Попробуйте потянуть вот ту веревку снизу. Тянется. Тянется, да? Значит, все отлично. Поплавнее! Just like mine.